Житель села Малая Белая Виталий Вегеля недоволен ростом цен на дизель. По его подсчетам, чтобы заготовить корма для подворья, нужно не менее 200 тысяч тенге. Мы в наше время работаем только все в минус. Не то, что по нулям, а все в минус идет у нас. Солярка дорогая. Вообще нереально в наше время сейчас даже скот для себя держать. Это получается 3-4 головы держишь, 3 головы надо только на солярку сдать. В Петропавловске литр солярки продают по 210 тенге. Водители общественного транспорта жалуются, что половину заработанного оставляют на заправках. Большие цены идут, нам невыгодно даже это самое, и даже работать, потому что цены растут. А запчасти дорогие, дистопливо дорогое. Ну она постепенно вроде бы, но поднимает ее постоянно. Но нам деваться некуда, вот мы и работаем. Местные власти объясняют повышение цен на топливо тем, что везти его приходится из соседней России. Цены не регулируются, предельную стоимость на рынке никто не устанавливает. Дизель вот на комбаттауна, бренчеден. Біздің Павлодар мұнай-химия зауытының үстіміздегі жылдың тамыз айында жөндеу жұмыстарына тоқтатылған себеп болды. Сол себептен, мысалы, біздің операторлар оңтүстіктегі Шымкент зауытынан, мысалы, батыстағы Атырау зауытынан осы дизель отын әкелсе де, ол қымбатқа шығушы еді. Ресей елінен импортқа әкелінді. Сондықтан осы бағаның өсуі байқалып отыр. Сейчас на заправках Петропавловска летняя солярка стоит 210 тенге. Стоимость зимнего дизеля доходит до 240 тенге за литр.